Вот и отгремел очередной выпуск Национального дня вина. Выпиты десятки литров этого божественного напитка, станцована праздничная хора, а иностранные гости, счастливые и довольные, вернулись домой. 16-й по счету фестиваль проходил 2 дня подряд как на площади Великого национального собрания в центре столицы, так и во всех винодельнях Молдовы. Всего в 45 километрах от Кишинева в туристическом комплексе «Шато Вартели» гостям было предложено насладиться живописным пейзажем и получить непередаваемые впечатления от фестиваля. Мы очень долго ждали этого праздника Национального дня вина, о котором знают даже за границей. С каждым годом к нам приезжают все больше и больше иностранных туристов, и мы готовим все богаче и насыщеннее программу. Например, в этом году мы предлагаем продегустировать всю гамму продукции «Шато Вартели». Мы можем предложить гостям все сорта вин, которые существуют в Республике Молдова. Для всех гостей, выбравших именно это направление для празднования Дня вина, было подготовлено специальное предложение. Приобретая билет, они получили систему обслуживания All-Inclusive. Это значит, что, войдя на территорию комплекса, посетители больше ни на что не тратят деньги. Каждому предлагается экскурсия, неограниченное количество еды и вина, дегустация более 15 сортов вин, среди которых те, которые получили признание и много медалей. Маленьких гостей ожидает клоун, и в целом тематический декор и музыка создадут хорошее настроение. Отдельного внимания заслуживает зона для фотографий, которая была обустроена на территории винодельни. Каждый гость мог запечатлеть приятные воспоминания этого дня. И к тому же оставить на память не только фото, но и винные бокалы, которые были подарены в этот день абсолютно каждому посетителю шато. Здесь супер! Очень хорошо! Очень здесь понравилось! Вы знаете, все, где моя была, здесь мне больше всего понравилось. Обстановка такая. И вообще прелесть просто. Мне очень нравится. А вино уже пробовали? Вино пробовала и просто супер. Мы тут уже не первый раз отдыхаем. Уже по привычке как бы. Форти густос тут. Форти густос. Начнем с того, что я тут была. Я хотела как бы своей подруге показать, так как она ни разу не была в Шато Вартели. Но я была тут раньше, мне очень понравилось. Тут вкусное вино, красивые люди. Местность здесь очень красивая. Если у вас не получилось посетить это невероятное место в Национальный день вина, отправляйтесь туда в любой другой день. Туристический комплекс работает 7 дней в неделю с 10 утра до 11 вечера. Более того, вы сможете остановиться в отеле, который находится на территории винодельни. Все детали и необходимые контакты можно найти на сайте компании vartelli.md.